Наконец-то к 10 часам пришло время моего завтрака. Пока постель заправишь, кормилку покормишь, оденешь, в общем, вот к 10 дошло время и до меня. На завтрак у меня сегодня овсяная молочная каша, чай, и я с утра испекла пирог. Боже, как от него вкусно пахнет. Сейчас буду кушать, я уже голодная. Всем, кто ест, всем приятного аппетита. Время глажки. Ну и чтобы не просто гладить, я наклеила патчи. Сейчас буду увлажнять зону вокруг глаз и гладить. У меня уже вот такое вот пузико. Растем. Уже как это, как перекати поле. Ну что, пусть растет мой сыночек, набирается сил, чтобы появиться на этот белый свет. Вот такая красота у нас получилась. Собрали уже кроватку для нашего сыночка. Долго думали, какую кроватку покупать. Когда у нас Каришка родилась, мы купили ей очень классную кроватку из натурального дерева. Ну, там классическая такая вот модель. Использовали ее и с Кариной, и с Камилой, и с Киришей. Но у меня ни один ребенок в этой кроватке не спал. Но у четвертого ребенка уже выхода другого нет, потому что тогда муж мог переселиться в другую комнату, а сейчас все комнаты заняты. Поэтому выхода нет, будет спать в кроватке. И также мы выбирали между классической моделью и вот такой вот моделью трансформер. Долго думали, какую брать, и все же решили остановиться на такой. Вчера, когда мама в первый раз увидела, она говорит: ничего себе, говорит, технологии насколько вперед шагнули. Круглая кроватка, это для меня так непривычно, но я вам хочу сказать, что для новорожденного ребенка такая вот модель и такое пространство будет то, что нужно. Кровать производства Италия, очень-очень классная. Матрас выбрали фирмы Bambo, очень классная. Это вот сейчас на круглой кроватке круглый матрасик. И потом, когда ребеночек вырастет, переделается эта кроватка в овальную. Тоже будет такой вот матрасик ортопедический бренда Bambo. Здесь вот еще, так вот видите, качать. Это не входило в комплектацию. Без этого была кроватка. Но это была как доп. Комплектация, скажем так. И можно было ее купить отдельно или не покупать. В общем, мы решили, что эта комплектация нам нужна. Потому что, смотрите, как удобно. Кач, и все. Она качает. Кстати, вот у нас там еще части, когда вот будем переделывать в овальную, можно еще сделать столик. Единственное, нам здесь некуда его ставить, поэтому мы его ставить не будем. Ну, а так еще можно временно, пока кровать круглая, сделать из тех частей еще и дополнительно столик. Кроватка, мы очень довольны. Мне кажется, она стильно смотрится, классно. Сюда нам еще тетя Настюша наша закажет защиту. Хочу косу такую плетеную. Вот, и уже постельная. Я не хочу балдахин. Просто купим какой-нибудь красивый мобил и повесим, и все. Расчесываться давай. Расчесываться давай. Ну, давай. Ну, красота же. Опять ты грызешь. Вот тебе хоть слюнявчики одевай, Ками. Ну, что такое? Ну, что это такое? Он коляску будешь катать с братиком? Вот у тебя здесь будет маленький братик. А ты вот так будешь, большая сестричка, катать маленького братика, да? Будешь катать так? Будешь? Ты ж большая. Ты ж помощница мамина. То есть ты что, в Майнкрафт играешь? Ну давай, 20 минут и все. Хорошо бы уроки на вторник делать. Чего ты? Что случилось? Что случилось? Так, мне надо перебрать сейчас вещи. Сегодня уже начну их стирать. Здесь вот нам Камила, представляете, погрызла. Начну, наверное, стирать с пеленок. Сейчас достану все пеленки, которые у нас есть у нашего малыша. Это все надо будет перестирать. Кстати, не знаю, что в роддом взять. Лучше бипантен или сюда крем. Наверное, бипантен будет удобнее, да, чем такую бадью тащить.
У нас есть вот такой вот пледик, очень классный, муслиновый, здесь 6 слоев муслина, вот, наверное, его тоже в роддом с собой возьму. А, так, у меня здесь есть спальник, который я купила, он новый, но вот полежал и что-то пожелтел, сейчас буду что-то думать. Вот видите, надо его будет перестирать. Вот такой вот у нас есть еще конвертик. Ну, это побольше, это на попозже. Так, пеленки, пеленки, пеленки. Это пеленка, пледик. Тоже такой недавно покупала, показывала. Это муслиновая пеленка. Ой, затерялась. Муслиновая, муслиновая. Здесь и пеленки сейчас пойдут на стирку. Кстати, вот не знаю, сколько пеленок с собой брать в роддом. Соседка говорит, минимум 8. Что-то, по-моему, я с детьми брала меньше. Не знаю, девчонки, напишите, кто недавно там был. Ты себе решила мячик подвинуть, да? Пока мама лежала, Пимпочка сидела себе спокойненько. Любит она своих вот этих вот ежиков. Что там на пузике? Жирок, что ли, Пимпа? Все никак не хочет расчесываться. Что там? Что там, попрыгушка? Да какая ты красивая. Ты очень красивая девочка. Опять грызешь камень? Так, их сюда вот. Классный ежик. Я сама тоже подхожу и стопы массирую. Направлять будешь? Что там? Что там? Мульт, она так просит мультики включить, когда так садится. Нет, нельзя мультики, надо отдыхать. Сейчас немножечко расхожусь и будем заниматься с тобой. Сегодня у нас с Камилочкой быстрый, но очень вкусный обед. Честно говоря, хотела супчик какой-нибудь сварить, но у меня нет сил. И если нет сил, то и не надо себя насиловать, да? Потом отварила вареники с картошкой. Я всегда заказываю одного и того же человека, она на дому лепит. Они безумно вкусные, и я знаю, что у нее всегда все чистенько, аккуратненько, уже много лет берем. Добавила кусочек сливочного масла, сейчас будем наслаждаться. Уборка никогда не заканчивается. Боже, сколько же это уборки. Сколько пыли, и неизвестно, откуда она берется в таких количествах. Вот раз в неделю протираю полки, и все равно откуда-то пыль. Это берется. Девочки, как часто вы протираете полки? Напишите. Стикеры всякие разные. Аккуратненько. Хочется перед родами максимально все поубирать, потому что уже чувствую, с пузом тяжеловато. Скоро я вообще, может, не смогу уже так активно убираться. Поэтому пока могу, надо это все сделать. Карина, эта бумага на вес золота сейчас. Не портите бумаги много. Девочки у меня спрашивали, какую модель стиральной машины мы в итоге выбрали. У нас здесь вертикалка, так как другая у нас не помещается. Взяли Electrolux. Вот такую вот модельку. У нас до этого тоже была вертикалка Electrolux. И у нас вообще только вертикалки, потому что другие не помещаются. У нас была Bosch до этого, еще от Лешиного отца оставалась в этой квартире. Вот Bosch вообще была стиралка классная. Потом у нас была Indesit. И вы знаете, в Indesit вот здесь вот очень быстро проржавела. Но стиралка хорошо работала. А у мамы сломалась стиралка, мы отдали ей свою Indesit, а тебе тогда купили Zanussi. И Zanussi, вы знаете, тоже проржавела. У нас что-то стиралки вообще долго не живут. И вот единственная модель Electrolux, вот у нас до этого тоже была Electrolux, которая не ржавела, но она стала в блок. Хотя она у нас в идеальнейшем состоянии, ну вот так вот получилось. Но мы не теряем надежду ее отремонтировать.
Та у нас модель была предыдущая, это новая модель. Вот, и будем использовать, надеюсь, купим новую квартиру и тогда поставим то стиралку или маме подарим, не знаю, короче. В общем, у нас еще надежда не теряется отремонтировать ту нашу. Помыла отсеки под диваном хорошенечко, продезинфицировала, повытаскивала все, что у нас там находится. Это все сняла с чехла, чтобы тоже проветрить, открыла окно. В общем, у меня сегодня грандиознейшая уборочка намечается. Надо везде все продезинфицировать, помыть, просушить. В общем, готовимся, готовимся. Здесь у меня тоже все открыто на проветривание. Окно под кроватью. Смотрите, кстати, как аккуратно получается для тех, кто не видел. Когда это все хранится в таких вот органайзерах. Не люблю, когда это все хранится в пакетах. Вот все вот так вот в перемешку. И в пакетах это много-много пакетов. И ну, некрасиво, да. Вот так вот, смотрите, меньше, больше помещается. И эстетически очень приятно глазу. Мне вот так вот нравится. Не знаю, напишите, как вам. Так лучше или когда в пакетах? Сейчас я буду чистить вот это вот компьютерное кресло. И для этого я использую такие вот влажные салфетки. Они очень классные для удаления пятен. Хорошенечко чистишь, и кресло как новенькое.